Евгений. Что? Пару слов для нашего интервью. Мы ехали, наконец-то приехали. Куда вот приехали? Такой залив, народ. Вот машины, друзья. Так, вот наш автомобиль в снегу. Вот я. Привет всем. Вы на канале с Михалычем. Вот мы опять с вами на рыбалочку приехали. Сейчас будем пытаться что-нибудь изображать. Там вон тоже машинки стоят. Так. Ну ладно, друзья. Пойдем. Ну. Вот полы купили. Купил я для палатки. Вот такие. Ребята, сейчас посмотрим, что они покажут. Ну, эти полики. Смотри-голики. Евгений, ты же обещал меня на санках везти. А спички есть? Что-то какие-то тар... Ты куда-то... Ну, дай мать. Мужик, ты потерял что-то? Вон, на машине уже ездили, видишь? Вот след. Что это, ты потерял еду? А чайник все уставили, блядь. Давай я сяду. Как тут рыбачить? Тут неровно. Да не, ну, пройди. Пройти. Как палатка стоит? А? А видишь, тут лед за ветром ломало, говорят. Сначала замерз, а потом это сломало. Где ровнее надо маленько? Че, уже устал, блин? Сюда иди. Вон еще кто-то приехал. Автомобиль. Как без этого? Как вот на этих торосах будем палатку ставить? Полы, блядь. Смотри. А? Вон, видишь? Нет, лед-то вон. Че, может, полы не будем стелить? Давайте не будем, пока использовать. На таком льду. Сейчас пробурим эти лунки. Где у меня этот электробур? Шуруповерт с электробуром. Где-то надо купить шуруповерт хороший. И это шнек с этим продается у них же, с переходником. Да. И потом мы, слышь, как модные такие. Так, это хороший у нас снегоочиститель. Ага, отечественного производителя. Местного производства. Вон, видишь, где аж он, люди, он под тот берег, вон туда ушли.
Вон там тоже, да где? Ну чё, как успехи? Да так Ерши? Хоть погода сегодня тепло. Кого поймал? Вакуня? О, нормально. Главное, чтобы что-нибудь клювало. Ну, он ешь в основном. О, царь рыба. А-а-а. Еще вот такие. Ну, это вообще сила. Раз пятилетку вырвешься, и то не... Да, мы тоже. Вот две недели не были вообще нигде. Тут что-то проехали, нигде никого нет. Вон ехали. Здесь первый раз ни разу не были. Туда прямо уехали. Там никого нет. Следы смотрим на топ там. Развернулись. Мы тоже развернулись обратно, поехали. По следам мы приехали. Брату позвонил, он говорит, да там надо было свернуть, и вот так дорога по таким этим. Ну вот мы смотрим следы и поехали тоже. Ладно, будем пытаться. Пытаться что-нибудь. Богом. Ершей наловить хоть. Кошки. Че, ледик уже толстый, да? Жека, вытаскивай чаще, закусит бур. Ты как будто первый раз. Мы же без полов будем, блядь. Нахера лед-то уже толстый. Угу. Че, не пробуривается, что ли? Не пробуривается. Че, нормально ножи? Нормально. Че, теперь бур вытащить не можешь? Не могу. Блядь, наберут по объявлению, блядь, рыбаков, блядь. Ты где будете еще? А? Где будете еще? Вот здесь? Ну, где-то, да? Ну, конечно. А камеру будем ставить? Да нахуй, Сергей. Да. Вашу опустим. В твою. Давай я побурю. Ты почаще вытаскиваешь, так не бури до конца. Это же шнек короткий, короткий был бы он длинный. Он, видишь, соточкой бурят люди. Ну ничего, такие окунишки несколько штук поймали. Я в основном такие рши. Вот такие. Ну, мои любимые. Наши любимые. Надя, поближе. Не могу я. Я оператор. Так, Бобик сдох. Мы заснимем все это. Конечно. У меня же включена камера. Че, вы думал, так просто, что ли? Я и к Минске ее включенный получался. Че, печку будем ставить? Конечно, все, мы зря тащили, да? Че, запотело? Женя, посмотри на меня. Женя, посмотри на меня. О, блядь. Че? Че, блядь, такое? А чего? Вот оно. Как вот ставить ее сюда? Вот именно что? О, блядь. Че, дыра хули? А да запаску сделай. Ты ебаный. Ты вот это мне дал? Ага. Придется наколенниками закрыть. Капец. Жалко. Не видно. Так, матрёница. Дрис. А где мотыль? Вот они. Угу. В печку еще это засунуть. Жарить и съесть. Надолго костюм, блядь. На второй рыбалке сжег. Ты это старый мне дал? Нет, новый. А старый дал? Старый в этом, у меня вещики. Ты съел его уже? Нет, еще пока.
Вот камера как раз перед моей удочкой. О. Ты получишь сейчас. Можешь махать там камере своей. Удочками своими махать. Надо было. Хитрованная. Вот хитрован, а? Вот хитрован. Наберут же, бля, по объявлению. Хитрованов таких. Зажгут мне штаны. А как я с камерой буду рыбачить? Они же это, запутаются. Ну, Евгений, ну, Евгений. О, куня хорошая. Блесной. Да пошел ты себе блесной. Будешь рыбачить весной. Так, что как он? Что, работает? Да. Нафиг знает, что снимает. Что, блесна не берет? У-у. Это те орут, блядь. Сука, брюки жёг. Ебаный, блядь. А где заплатку такую брать? Придется Пашке костюм дарить. Новый сип. Твоя, моя. Не надо сваливать с больной головы на здоровую. Ну ладно, ладно, моя, моя. На печку ставь сразу с водой. Вот, ребята, такая рыба золотая. Это Женя мне подогнал под лапу. Хотя в камере ни одного вон окуня плавает. Ни одного верша не видел. Это все он виноват. Брюки сжег мне. Вредитель. Вредитель, сплошной вредитель. Тебе, блядь, легче убить, чем прокормить. Это да. Приехал тут жрать. Жрал в машине, жрал, блядь. И здесь давай еще. Сейчас весь чай выдует, блядь. Потом сухомятом давись сухой картошкой. А и воды у нас еще нету. Вода замерзшая, ты в багажнике выкинул. Потом. Опять ты виноват. Вон окунь стоит прямо перед камерой. А что он не клюет-то? Там не один он. Я откуда знаю, что он не клюет? Ты его иди поймаешь, когда спроси. Ёршик, который тебе клевал, хотел. Перепутал, да? Перепутал, ко мне пришел. Ты мне леску запутаешь, если? Нет. Ты вообще будешь бедный. Кругом виноватый. Будешь здесь жить. Холодно, понял? В этой палатке. Они какие-то с клепками, блядь, смотри. Угу. А, это чтобы одевать вот так, тюк, расстегнул. Угу. Чё это? Ничего нет. Чё запутался? Можешь чай пить во время рыбалки? Это, блядь, ну всё тут, и чаи, блядь. Так вот, ребята, сидим. Не знаю, что там коленки мои снимают. Ясно. Женька тут. Палатка маловато. Ну, ничего. Раньше в китайских сидели. Раньше вообще, говорит, в салфане сидели. В салфане. Паяли утюгом, но и кто Игорь рассказал этот черпанов. Вообще, говорит, сидел фон. Да и не было уже палатки. Потом появились китайские только.
Ну, за счастье было. Без всяких печек сидели. Вон плавает, вон. Угу, какой. Куколь не поймал, блин. Куколь не поймал. Камеру поймал, блин. Камера зашли. Ну, вижу. Сейчас камеру вытащу. О, точно, окунь крупный. Там, смотри, какой. Ребята, это что такое? Плавает окунь, а лотиши. Вы такие видели золотых рыбок? А, красавец. Женькина любимая рыба. Все ему подарю. Угу. Спасибо, не надо. Дал какой неблагодарный. Вот мормышка. Чего тебе не нравится? Да не знаю, как это надо. Нормальная мормышка, господи. Сейчас получишь. Да говоришь со мной. Точно хочешь отсюда пешком идти сегодня? Че, на мою любимую, блин, мормышку не придет? Да это твоя говняная мормышка. Да. Че, ну говняная это самое. Потому что ты сам так сказал на меня. Всего лишь ты. Ну, вы будете сюда ерши ловить. Буду ерши ловить. Да хоть ловить, а не сидеть. Сопли распустив. Ладно, ладно, сейчас буду ловить. Поставь вот на плиточку, ножечку погрей. Угу. Я уже погрел коленочку. Ну и костюм. Ну, костюм. Цветочек какой-нибудь наклей. Ага, ромашку. Ромашечку. Василек голубенький. Не, надо это, с логотипом. С Михалычем. Михалычек, кто бы мне этот логотип где взять? Логотип. А берет тоже как-то это, вяло мне, даже ерш. Включаем, собираем камеры, еще камеры собирать. Нифига, 4 часа уже машина стоит. Mm-hmm. Молодец. Мужики уже разъехались, он там под берегом есть. Ну там все отбой, все. Мужик с женой машину взяли, палатку поставили, так что уже. Так а тут это, смотри, мормышка-то аж блестит. А я там сижу. Его ободрали. Может, там рука клюется страшной силой. Да.
Страшно вам сейчас, он, видишь, будет клевать. Сейчас мотуль падать начнет. Угу. Он же медленно падает. Угу. Не так, как мормышки. Сейчас они тут начнут пировать. Скажут, спасибо, рыбачки. И настоящие дурачки. Так, надо же камеры еще сматывать. Складывать. Ни хрена шинки нету. Кого нету? А? Да, плохо, что попить, я не знаю, нету. Если бы ты не закидывал эту. Ну все, ребят. Вот смотрите. Угол. Видите, какой? Мощный. Ну там в самках еще Женя поймал там штук несколько. 30. Ну ладно. До новых рыбалок, друзья. Подпишитесь, поддержите канал подпиской. Ну, как говорится, шо вышло, то вышло. Не обессудьте.